Сегодня мы приехали к маме с тремя детками. Младшенькая девочка спит. И мы привезли продукты. Сегодня мы встретили замечательных людей. Михайловскую Анастасию, Елену Дыбову. И вот от Захара Прилепина передали им немножко продуктов. Спасибо, Захар, тебе, что вот таким деткам ты помогаешь. Помашите дяде Захару. Спасибо большое. Спасибо большое. Думаю, спасибо, детки будут сыты и здоровы. Ой, еще мелочь.